Где наш будут призывать не те категории, о которых сказал Шойгу, а те, кого возможно. Именно так военкомат обычно и действует, и при обычном призыве веером обычно раньше рассылались повестки, и кто, так сказать, берет и приходит в военкомат, тех и призывают. Кто не приходит, того и не призывают. Без базара вообще!